Обычно субботнее утро – это тишина и пустые улицы, но только не сегодня, ведь люберцы юбиляр 395 – круглая дата. Уже в 10 утра центральные улицы переполнены людьми. Самые ранние пташки – спортсмены. Под названием... Что вы пожелаете нашему городу в день рождения? Чтобы он был красивым, становился лучше с каждым годом. Здоровья всем, счастья и, не знаю, улыбок побольше, наверное. Друзья, поприветствуем наших спортсменов округа. Да, можно поаплодировать. И в целом нужно заряжаться на хорошее настроение, друзья. Сегодня... За люберцами давно уже закрепилось звание территории спорта. И не случайно именно здесь, на стадионе «Торпедо» и дан старт празднику. Спорт в Люберцах развивается благодаря тренерам, воспитателям, тренерскому составу. Поэтому, дорогие мои тренеры, самые добрые вам пожелания. И, конечно же, все вместе и резко встаем. Супер, люберцы! И вот сегодня мы с вами будем наблюдать и откроем еще одну скульптуру «Танцующий вальс». И вы увидите, вам судить, насколько она хороша. Наполнен любовью, наполнен танцем, наполнен музыкой. И теперь можно это как бы наглядно видеть. Данная композиция выполнена в бронзе, стоит на цельном блоке гранита. И общая высота ее 3 метра 20 сантиметров. Настоящим подарком ко дню города стала скульптура нашего земляка Александра Рожникова «Танцующий вальс». Она символизирует самые светлые чувства между мужчиной и женщиной, воплощенные в танцы. Недаром именно танго и вальс символизируют во всем мире любовь. Скажите, откуда вы? Я с города Химки. Что вы представляете? Мы представляем казачью кухню, а именно бараньи вешальцы казачьи. Также мы запекаем овощи в русской печи. Это у нас топленый курдюк вместе с перцем чили красным, с большим количеством чеснока и розмарин. Большой пучок мы обмакиваем в эту жидкость растопленную и смазываем барашков, чтобы они лучше пропитались, лучше запеклись и придали свой свойственный аромат и вкус. Сразу скажу, сертифицированный, кухонный. Я в том плане, что все за человек. Здесь можно и повеселиться, и покататься на каруселях, и попрыгать на батутах, и посмотреть замечательный концерт, и перекусить. Здесь есть все, что нам необходимо. Да,
Вас приветствуют студенты Люберецкого техникума имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. Разрешите сказать спасибо вам и администрации городского округа Люберцы за возможность учиться, развиваться и творить. Наши Люберцы! Город мечтателей! Мы! Истории продолжатели! Мы! Едины! И в том наша сила! Как Гагарин прославил Россию! Мы! Молодежь 21 века! Мы! Возносим себе человека! Мы! Дети огромной, могучей страны! России и Люберцам будем верны! Гагаринцы выбирают! Сильное Подмосковье! В этой академии великой. Спасибо вам огромное. Поэтому в честь наших двух знаменательных дат разрешите вас поздравить. Спасибо. Спасибо, ребята. Вот. Вот так. Видите, да? Видели картину? Да. Мы отправим в музей, у нас есть картинная галерея, вот там. Поздравляем экологию, спасибо вам. Поздравляем радушно всех жителей и вас, как главу администрации города, с этим мероприятием торжественным. И День города один из любимых праздников населения, и поэтому мы желаем городу процветания, а жителям долголетия и благополучия. Это круто! Молодцы, ребят! Владимир Петрович, замечательно, у вас вообще, да, пульс 70. Вот он, можно. Насыщенность кислорода крови 100%. Ребят, 3-4. Мы на этом мире сыны, и сами не будем помогать. Посмотрим на наш город, будем хорошо подогнать. Ура! Ура! Несмотря на то, что многие позавтракали и пришли на праздник, здесь волей-неволей захочется что-нибудь съесть. Сегодня люберецкий воздух просто пропитан запахами всевозможных вкусняшек. Эх, да ну эту диету. Плов, пожалуйста. Спасибо. Будем пробовать. Знаете, сколько люберцам лет? О, город очень молодой. 395 лет. Дай бог ему еще 5 раз постолько. Молодые коллективы Люберецкого округа подготовили свои показательные выступления. Впереди еще много ярких номеров. И завершится вечер праздничным салютом. Друзья мои, 395 лет. Хорошая дата, праздник. Поэтому я искренне вас поздравляю с чудесным, красивым праздником, днем рождения нашего города. Искренне желаю вам добра, здоровья, благополучия и всем нам мира. Друзья мои, городу Люберцы слава, городскому округу Люберцы ура! Кузьмичева, Александр Томи, Петр Пономаренко, Александр Дегурко и Денис Михайлов. Телеканал ЛРТ.